Начинаю игру. На ночной карте. Скорее, скорее. Опа, есть. Успел. Сейчас плюс 100 просто. Плюс 100 за просто так получил. Потому что поставил сразу две фермы в начале игры. Их обязательно нужно ставить. Даже если я пропущу первую волну, если они зайдут в мой туннель, я не проиграю. Но потом эти две фермы дадут мне огромное преимущество в игре. Экономика. Это у нас стратегия реального времени. Tower Defense. В стратегиях таких, в таких играх экономика очень важна. Улучшаю фермы, пока могу. Пока я вижу, что мои партнеры держат оборону, я развиваю свою собственную экономику. Я играю, видимо, с нубами. Вот El Flippo нуб. А другой про. Вот, один нубик у меня в команде. Что они там говорят, что пишут? Окей, бумер. Значит, гранатометчик. Бумер, значит, я так понял, гранатометчик. Держит оборону, молодец. Я развиваю экономику. И уже пора, сейчас будет босс уже где-то скоро. Надо... А, у нас оборона слабая, мне надо ставить свою... Свой барак надо ставить уже. Пора. Барак сейчас поставлю. И никакой босс не пройдет. Это уже крепкие войны. Там что я слышу? Где же уже мой барак? Барак надо ставить скорее. Оп, ставлю барак. Оп, так, барак есть. Надо теперь барак поднять до второй ступени обязательно, чтобы он мочил невидимых мобов. Чтобы убивать невидимых, нужен барак третьего, второго уровня. Всего 4 уровня. 2 апгрейда нужно сделать бараку моему. Это нужно сделать сейчас. Затормозит это мое развитие, конечно. Но я не вижу наш партнер борец, видимо русский. Как его имя? Борец X 2017. Он профессионал? Ну что-то я не вижу его развития. Никакого. Мне приходится теперь держать оборону. Устраивать оборону. Пока он что-то замышляет. Так, мой пехотинец вступил в битву. Первый раз за эту игру. Так, есть. Апгрейд сделал фермы. Первый апгрейд. Апгрейд барака. Барак я апгрейдил. Сейчас наш оппонент, если та половина, если та сторона отправит на нас боссов нескольких, я должен быть к этому готов. Барак до второй ступени. Ну и против невидимок тоже нужно будет. Так, 10-го матча будет. Оп, убили моего пехотинца первого. Есть. Все, улучшил барак. Через 20 секунд пойдут улучшенные пехотинцы.
Так, надо уже экономику улучшать. Давно пора. Ну-ка, босс. Получи. Его почти добили. Почти добили. Хотим целое. Невидимок бьем. Че, они не бьют невидимок, я не понял. А, это не улучшенное. Вот эти уже улучшенные. Ага, бьют невидимок. Эффективно бьют. Скорее, скорее. Первую. Четвертую. Эти невидимки уже не страшны, где мать. Я боюсь одного, что наши оппоненты додумаются послать чуть-чуть большую волну. Тогда все. Пиши пропало. Но не отправляют, не отзывают. Сами пытаются развиваться и обороняться. Так, улучшаю ферму. Сколько я поставил ферму? 5. Очень мало. Надо еще. Надо хотя бы 8 для начала. Они быстро окупаются. Через 4 раунда апгрейд окупается. Либо встретится ферма. Ну не 4. 6 раундов. Примерно. А то и меньше. Боссов бьем. Нет. Боссов не бьем. Все, надо, надо. Кто это? А, команда. Появился вам. Появилась команда, но поздно. Или нет? Или не поздно. Так, так. Надо строить барак. Все, все. Делаю. Запахло керосином. Надо командира моего ставить. Ага. Командира. Наконец-то этот профессионал поставил. Командоса поставил. Поставил командоса. Так, могу спать сделать, наверное. Попробую. Чтобы был слышен мой голос. Так, есть, есть. Офицера ставлю. Офицер дает классный буст. Командор мой. Опа. Так, теперь надо ферму уже поставить. Барак надо поставить, так сказать. Или не надо? Пока так. А, так, ну хорошо, буду разбивать экономику. Дальше. О. 5 ферм. А, 6 ферм. Я поставил, надо еще. Больше, больше. Командос. Командос вот этот, конечно, силен. Оп-оп-оп. Не выдержал. Улучшаю ферму, не забываю улучшать ферму. Еще улучшаю ферму. Чужая у меня не улучшенная ферма, вот это. Улучшаю. 7 ферм есть. Надо еще одну ферму. Как дела с оборот? О-о! Это сильный. У нас команду, нам не страшно. Мы имеем хорошую фору сейчас. Мои пехотинцы далеко ушли. Мой командир. Офицер. Командер. Стоит.
первый апгрейд у него есть. Пока угрозы не вижу нашему туннелю. Сюда забомбили. Сюда ходят точно. На этой волне, на 17-й волне. Максимальное количество волн 40. Это около получаса игры. Где-то полчаса играть надо. Так, все-таки надо ферму поставить еще. Барак. Барак надо поставить. Чтобы командир... то босс, босса еще поставят, отправят к нам. Сколько стоит босс? $250. Не очень-то и дорого. Могут отправить. Или это другой. Вот он, $800 он стоит. Если нам его отправят, мы должны быть готовы. А, стой, где? А, вот сюда надо поставить. Не ошибиться, а то страчу лишние доллары. Так, улучшаю. Так, что лучше? Ой. Хорошо улучшил. Так, боссов не отправляют. Все, развиваю экономику дальше. Да, это чешки. Это все чешки, мы их порвем. Нам уже не опасно. Даже несмотря на то, что с нами один нубик играет, пока держим. Ну там тоже есть нубик. Я видел. У наших соперников тоже есть как минимум один нуб, даже двое. А может сейчас это увидеть. Что, как они играют, что у них стоит, какие башни стоят. Самолетик только. Снайпера, самолетик и гранатомет. И ферм я не вижу даже. Но они проиграли, конечно. Ферм нету. Экономика у них нулевая. Если экономики нет, ну это проигрыш. Так, еще что-то надо прокачать. Где же ты поставил? Надо же ко мне ставить было. К моему офицеру. Понимаете, ну ладно. Может они читать не умеют. Возраст игроков-то неизвестен, они могут быть посередине. Может быть 12 лет. Может быть 8 лет. Это сильно, я не знаю. У меня такой номер. Это ангел. Это ангел. Лавовые. Элементали. Лавовые элементали. Вот, я уже ему улучшил до максимума. Так. Опасность есть, нету? Надо улучшить, наверное. А, пусть они улучшают, пока все нормально. Надо улучшить. До максимума. Ай, это даже не максимум. Улучшаю. Так, я сделал всех, нормально. А, это я не ферму, это я барак. Барак. Все. Дурачок, где ты поставил командоса? Балбес. А, да, нормально. Правильно поставил. Я хорошо свою команду удачно поставил. Кто-то из нас угадал. О, барак. Барак вышел. Во, огнеметчик стоит, а вот там огнеметчик вот там поставил. Курим, да. Ну, ладно.
Так, это не лучше, да? Надо уже. Я кашляю, так странно. Странно кашляю. Стараемся автоматически. О, мы уже победили. Ну, не удивительно. Останавливаю запись.